В общем, всем привет. Так, раз, два, три, всем привет. Решил с вами поговорить, давно не разговаривал. О чем показывал гайд на некроманта. Показал своего некроманта. Эмблема клеймо силы. Собираем. Шлем стандарт. Та сила. Броня желательно 3 дыры. Люциса. Обязательно. Перчатки и ботинки можно не Люциса пока. Больше камней на силу ставим, на сдачу льду. Балет ищем, где больше силы. 120. Побудки лучше смотрим. Силу ставим, ту ставим. Щит ищем, где больше силы. Сюда медвежку ставим, как такой вариант. Здесь можно маску зомби, но у меня нету. По 30, которая дает. Здесь у меня вообще ерунда стоит для Гая. Три убийцы ставим. Аваланча, единорога. Ставим одну кайну, чтобы не умирать. Кто может не умирать, того руки не крюки. Можете с убийцей бегать. Больше статов будет на 5 обращений. Дальше ставим бижутерию здесь. Сила, много силы. 5 обращений. Много силы, 5 обращений. Много силы, инты. Сила, инты, сила, инты. Здесь силы тоже ставим, где есть много силы. Вот, в общем, по шмоту показал. Здесь тоже масочку на силу. Желательно с уклоном, чтобы поплотнее. Ну вот, на выходе 300к хп имеется, чтобы сразу-то не умирать. Баф происходит данным образом. Одевается 4 шмотки за подряд. Скилл белеет. Ну как бы он без темного светло превращается. И 3 бафа. 3 шмотки эмблему одеваем. Бафаем первого пета. Второго пета. 3 шмотки эмблема. Баф. 3 шмотки эмблема. Баф. Эмблема, 3 шмотки, баф. Все. Карта плюс 7 дает. Дофигища каста и броника. Силы крита, физатаки. Очень много статов. Также включаем ауру. Силу Присподня, ауру Ганеш, воинственность мастера. Используем чудотворку для подхилки. Далее. Минимально карты. Вот, кстати, я на поддержку не включил. Я ж колдун, мне простят, да. Я ж призыватель зверей. Некромант. Коготь кончился. Окей. Все хорошо теперь. Открываем ячейку и не забываем чинить пушки. Пушки чиним, чиним. Карточки Ганеша бустит все процентно. А у меня шмот получается не очень хороший. Ну а хороший, да. Пулы точеные, камни только вот тут до конца. Здесь как бы мало крита, 27 только. Здесь по 30. Факт, здесь только по 10 из возможных. Тут вообще не инта, а точность. Ну, в целом пока пойдет. До 220 побегу. Ну, хороший такой. Можно бы и бегать до 240 в этом варианте. Сейчас я на деле покажу, сколько в таком шмоте можно проходить. Тут получается вот эти сет Люциса. И все. Щит 34-36. Очень много статов дает. 34-36. Но тут инты очень много. Я 34-6 поставил. Вот 30 инты, это прямо жестко много. Ветром нужно больше инты, а это преобразуется в силу. Сила производится в физатаку. Физатака на эльфийскую звезду влияет и на нову. На вспышку тоже физатака влияет, на столкновение и на взрыв явления. Маг-атак это дракон и пылающий свет, и хилки, и пополам сияющий удар. Инфотонка. В основном сверхновая и физическая звезда нужна. Поэтому упор на силу. Маг-атака это доп.
Ну, чтоб дракон там бил, вот этот вот сейчас покажу. Вот два дракона ставишь, две лужи, к примеру. И все, комната растворилась. Вот такая тема. Перед каждой сборкой мопчиков я рекомендую... Сейчас, подождите. Вверх на вас пойдет, я статы покажу, кстати. Ну, вот столько получилось. 111, так, 470, ну, где 480, может. Сейчас еще на бустах покажу потом, посмотрите, сколько получилось. Ну и криты получается 757. Шмотка все показал, здесь еще розовый, или можно просто обычный Люцифера одеть. Ну, как бы, 4% главное, чтобы было. По скиллам объяснил. Скиллы ветра давно уже все знают, это уже не секрет. Или рассказать все-таки, блин. Ну я только что все рассказал. Кучу собираем, физскую звезду жмем. Все, они с него убьются. Следующая комната, следующая эльфийская звезда. Все очень просто. Могут два дракона комнату зачистить. Если вы майонете некроман, то у вас один дракон будет комнату сбривать. Кстати, это тоже может вроде бы один. У меня тут слишком много пробелов по критам. Они же процентно от аура Ганеша работают. Знаете, в чем прикол? Все статы процентно работают от аура Ганеша. Те, кто мэнит некромантов, у них Ганеша плюс 10. Можно просто вот так на автоатаках стереть. Это я сейчас не на проход. В следующий раз на проход. Прям по секунду за секьем, за сколько я пройду. Такс. Ну давайте сейчас буду по секундам. А, сейчас я просто скриншот, да, покажу. Думку нажимаем, коготь нажимаем, пощалку нажимаем. Пьем ревека, отводим петов вот до сюда, вот до этого круга. Он будет тикать по 200 лямов. Питомец при применении сверхнов после 200-го левела бафает себя 25% физа мага атака. Он бафнул под усиленными статами. Вот такие цифры записывайте. 570 и 821. Всегда бы, если такие были бы, это было бы вот. Практически как мейнер. Ботинки простые, блин. 832. Так-то вот. 40% вместо 60. Ну, 100 все клеймо и много силы везде. Ну, все, давайте зачекем. Чему там 25 минут сделки удачи, поехали делать рекорды. Промахиваюсь уже, блин, очень как промахиваюсь. Вы можете лучше, я уже старый колдун, мне пора уже с палочкой по улицу ходить и говорить, я уже прожил 3000 лет и у меня духовная культивация, я там только палочкой махаю, и все. Пронзаю пространство, короче говоря, и там искажаю время, высокие материи и так далее. Я уже и не могу быстро все делать. Ну, как бы, когда надо, я могу. Ладно, шучу, мне всего лишь 31. Только юмора. Ну, как бы, умею быстро все тоже делать. В Старкрафте могу выдать. Видите, промахнулся. В Старкрафте могу делать сражение где-то 2000 АПМ. В средних могу 300 выдать, но я давно уже не тренировался. Ну, чтоб вы примерно понимали, я могу в сражении в Старкрафте практически 30 кликов в секунду совершать, или то ли 40. В одну секунду 40-30 кликов. Это механическая клавиатура позволяет такое делать. Там она, короче, клином не встает. Ты можешь много команд. Когда ты нажимаешь 5 клавиш за подряд, это все за одно действие считается. И на друга не перебивает. Вот это бонусы механической клавиатуры. Также надо покупать мышку на 12 тысяч DPI, чтобы вкрутить ее до миллиметра. Весь экран, чтобы миллиметр был.
Здесь скиллы по усмотрению ставите. Главное, чтобы эльфийскую звезду жали, чтобы она всю комнату убивала. Бустим сверхновой. Смотри. Я, кстати, сейчас на месте не стоял, я всегда бил. Я что-то заговорился, кстати. Я там случайно на месте не простоял сколько так времени, я не знаю. Что-то мне кажется, что я тут простоял. Давайте следующий круг зачтем. Что-то я этот круг очень хреново прошел, ребят. Я тут даже смотреть не буду. Следующий круг давайте зачтем. Я тут, походу, вообще что попало делал. Ну, как обычно, да? Кстати, левелап будет. Сейчас у меня булавы сядут, пока еще не сели. Сяду до красного, да и тут заряжать буду. Блин, я в натуре в этот проход уже не могу. Я столько часов тут уже играю. Так, давайте. Хилиться надо, блин. Открываем комнатку. Бустеры закидываем. О, не-не-не, это не проход, это фигня. Ребята, это фигня, это не проход. Она еще молчанку мне накинула. Ну, помолчим вместе. Наслаждаюсь молчанием. Бейте босса, а не скелетов. Нет, они все группой идут. Сейчас давайте следующий круг зачтем. Этот все. Этот развалился. Мегумин развалился от старости. А я не смог этот проход нормально, адекватно пройти. 4 минуты шел. Ребят, трэш. Я некромант и не меню, да? Во-первых. Во-вторых, здесь соты не такие, я еще рассказываю, гайд делаю. Вот, давайте сейчас по этой зачтем. Будем завершать видео. Что тут у меня более-менее? Да нет, что-то давай выйду по таймеру. Ровно в 20. Так, 20. Поехали. Ой, сейчас посчитаем, за сколько пройду. Но я не мейнер, я говорю, я не мейнер храма, я не мейнер некроманта. Я не люблю так упарываться. Сейчас посмотрим. Потом поделюсь, за сколько я колдом прошел. Тут было 20 на сделке. Сейчас конкретно скажу, сколько получится. Чуть опять в мобов не врезался. И на 3 кб на обращение будет получше. Про кб в конце скажу. Ну дохните, блин. Окей. 215. Вот видите, я когда их с кучу собрал, я, значит, эльфийскую звезду нажимаю, и она все добивает. 45 секунд КД, следующая комната, следующая эльфийская звезда. И еще, смотрите, фишечку покажу. Обязательно надо знать ее. Вот когда вы сверхнову дали, у вас на 25% из-за маг-атака. То есть после нее сверхнова будет усилена, и все скиллы будут усилены. Все будет усилено. Весь старт скиллов на сверхнове должен состояться. 200 левел пета для этого. Качаем пассивку. Сверхновый удобно. Ой, удобно, вот, дракон нажал.
Ой, эльфийская звезда нажал и все. Этим мобам хана, они по 200 лямов тикают. Под сверхновой, да? Не забываю сверхнову. И все. Сейчас более сильного пета, там, по-моему, на полтинник крита больше. Будем посмотреть, сколько тут будет тикать. Ну да, по 220 тикает. Вот по демонам бежу подобрать, так-то надо. Последняя комната там, чтобы быстрее. Может, по драконам, блин. Фиг знает. Пофигу. Сюда-сюда. Нова-нова. Они собрались. Эльфийская звезда. Какую-то комнату, где все КД будет, может два дракона бросить, там мобы растворятся. Дракон откачивается за счет того, что ты каждый раз сверхнову кидаешь, и дракона КД падает. То есть тут полторы минуты, не пугайтесь. Оно будет меньше каждой новой. Этот момент, чтобы тоже понимали. Вот, играйте в рапку, Магумин вам помогает разобраться в чем. Вот он тикает, стоп, он тут молчанку его отводим, ну его нафиг. Дальше. Нам дают такую механику, пользуемся. Они там горят, так чё. Не будут гореть, будут танчить. Не хочу пока танчить. Вот такие статы там. А там сверхнова уже кончилась, так что. Блинство. А насчет драконов накидаю. За 4 минуты прошел. Что-то долговато. Вот такой гайд получился. Про КБшки. Просто вы можете повысить статы петом. Кайну снять. КП упадет. Статы можно вот под 3 КБ по обращению одеть. Клем, Гракуля. Валанч, Дерок. Все. Я скайной почитаю. А я дохну, я в стену врезаюсь, я на кулдыне врезаюсь, тут врезаюсь. Ладно, вот такой гайд, кому было интересно, можете поддержать видео. Услышимся.